19 сентября Ставрополь отметит общий праздник – День края и День города. В этом году обе даты выпали на одну субботу, а значит и масштаб торжества удвоится. – В правительстве края рассказали о главных сюрпризах. Как и ко Дню Победы, край украсят в едином стиле. Фирменным логотипом Ставрополья станет вот такой подсолнух сердца, ковер изобилия и слоган «Край золотых сердец». Каждый район создаст свой знак, который будет в одном стиле с краевым. И хотелось бы сказать, что этот фирменный стиль, скорее всего, вот сейчас это мы будем прорабатывать, останется и после Дня Ставропольского края. И мы сейчас всерьез задумываемся о брендбуке Ставропольского края. Для чего? Для того, чтобы мы уже какой-то фирменный стиль использовали все время, да, то есть и в средства массовой информации тоже его уже запомнили и знали, что это вот наш фирменный стиль Ставропольского края. Многие акции уже начались. В рамках проекта «Талант Экспресс Удиви» идет поиск самых творческих ставропольцев. Они покажут свой талант на праздничном гала-концерте. Акция «Золотой фонд Ставропольского края» познакомит с выдающимися людьми рабочих профессий на Ставрополье. Также жители края выберут чудо Ставрополья. До 19 сентября на портале www.pobeda26.ru можно проголосовать за одно из красивейших мест. Это сделано для того, чтобы жители нашего края как можно больше узнали о том, какими уникальными богатствами мы располагаем, как природными, так и историческими. И надеемся, что это привлечет больше внимания к семейному отдыху, к детскому отдыху, к детскому туризму, к привлечению туристического потока в наш край. Кроме краевых, ко дню Ставрополя готовят множество городских проектов. Один из них – благотворительный марафон «Танцы со смыслом». Все средства, собранные во время подготовки и проведения акции, будут переданы Всероссийскому обществу инвалидов. Также продолжатся проекты Дня Победы. Восстановят стену памяти, которая за это время увеличилась еще на 400 фотографий, а еще дополнят новыми снимками мемориальное панно «Мы победили». Так как в День края отметят и городской праздник, для жителей Ставрополя есть свои сюрпризы. В первую очередь хотелось бы обратить внимание на два проекта. Первый – это «Кино в твоем дворе», который мы запустили еще в середине июля месяца. В рамках этого проекта в микрорайонах города каждую пятницу показываются самые известные отечественные фильмы. И еще один проект, о котором хочется сказать отдельно, это конкурс, который называется «Что я сделал для города?» «Что я сделал для города Ставрополя?» Здесь основная задача – показать тех людей, которые реально любят свою малую родину, реально переживают за этот город. Победитель конкурса получит приз 300 тысяч рублей. Кстати, медиахолдинг АТВ выступает информационным спонсором этого интересного проекта. Обо всех подробностях смотрите в наших сюжетах. А завершится праздничная программа «Дня города и края» на Крепостной горе выступлением группы «Градусы» Полины Гагариной и, конечно же, фейерверком. Мария Жирова, Роман Солдовников и Владимир Кириллов, АТВ «Ставрополь».